Старая как мир история. Что только наши люди не делают, чтобы завязать с этим делом. Кодирование, гипноз, присушка, присыпка. Ерунда все. Есть, по крайней мере, одно проверенное народное средство. Чтобы человек бросил пить, его надо хорошенько напугать. Я вам расскажу практически фантастическую историю на эту тему. Однажды поздно ночью женщина возвращалась домой после корпоративной вечеринки. Как мне нравится это словосочетание. Корпоративная вечеринка. То, что раньше называлось простым, понятным словом «пьянка», теперь вот так вот изощренно завуалировано. Типовая 16-этажка на окраине города. На 8-м этаже одиноко горит чье-то окно. Это кухня местного дворника, где в это время проходит своя корпоративная вечеринка на троих. В частности, идет обсуждение вопроса, что называть белой горячкой. Стороны пришли к мнению, что вот если на, уже слышится на, голоса на, извне на, ой, уже белая горячка. На. Тем временем женщина спешит к подъезду, холодно. У нее зуб на зуб не попадает, на нее икота напала. Она забегает в подъезд, подходит к лифту, а лифт, он давно отделился от подъезда. Он живет своей жизнью. Хочет, работает. Когда лифт не работает, в кабине гаснет свет. А женщина, минуточку, на 16-й. Она подходит к этой кнопке с надеждой, с какой, наверное, верующие шли на исцеление к Иисусу. Нажимает. Сегодня не ее день. Издав крик раненой слонихи, женщина начинает медленный, мучительный подъем наверх. Светало. Каждую ступеньку она запомнила в лицо. При этом на каждом этаже она останавливается, чтобы плюнуть в лифт. Бесполезно. Лифт мысленно посылает ее все выше и выше. На 15-м этаже, не надеясь ни на что, она нажимает на кнопку. Чудо! Лифт несется к ней. С радостным воплем «Ну, хоть один этаж!» Женщина заскакивает в кабину, нажимает на 16-й. Двери закрываются, а лифт едет на 1-й. На 1-м двери не открываются, и свет гаснет. Все, он устал. Женщина медленно сползает вдоль стенки, с трудом соображая, что ей дальше делать. В коридоре слышны чьи-то неровные шаги. Шаги подходят к лифту. Кто-то начинает нервно нажимать на кнопку. Без задней мысли женщина говорит из темноты. «Да не жмите, лифт не работает!» Пауза, после которой слышна реплика. «Вот гады! Нет бы лифт отремонтировать, они автоответчик поставили!» Прошло 2 часа. Женщина пытается задремать, благо лифт грузовой. В это время на площадку 8-го этажа выходит местный дворник, собираясь на работу. Нажимает на кнопку лифта. Чудо! Лифт несется к нему. Не подозревая, какой подарок ему готовит провидение, дворник заходит в кабину. Спросонья не замечает никого. Нажимает на 1-й. Двери закрываются. И свет гаснет. Дворник начинает колотить по стенкам с криком «Ну хоть бы одно мурло проснулось!» Когда слышит голос из темноты. «А я не сплю!» С диким ужасом дворник спрашивает темноту. «Кто здесь?» Знаете, такие совпадения случаются, наверное, раз в столетие. Она решила пошутить. Но как? Она сказала, кто-кто? Белая горячка. Я держу пари. Вы не отгадаете, что сказал дворник в следующее мгновение. Он спросил, вы ко мне? Женщина, а что здесь, еще кто-то есть? Дворник, а мы вас только что вспоминали.
женщина. Да, мне икалось. А у дворника с собой лопата была. Он начинает размахивать ее в темноте с криком: «Уйди, нечистая!» Ну что, женщина резонно отвечает: «Я бы рада, некуда». С тех пор прошло 2 года. Дворник не пьет. Правда, и лифтом не пользуется. Значит, правильно говорят. Шок. Это по-нашему.